Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по бизнес-соцсети Cointinet. Хочу вам напомнить о ней. Это замечательная бизнес-сеть. Я немножечко подзабыла про нее. Значит, думаю, с регистрацией проблем не будет. Я же войду в кабинет. Не в кабинет, как бы, а в соцсеть. И что? Это соцсеть, которая нам платит. Первая бизнес-соцсеть, которая нам платит. Биткоин сатошах. Так, здесь можно на бонусах зарабатывать. И баунти-программа, как бы, так. Ну, давайте пройдемся. Ну, вот это наша домашняя страничка, как бы, вот дом. Домик нарисован. Здесь люди выкладывают посты. Можно рекламировать свои проекты. Далее это у нас уведомления. Это сообщения. Это у нас друзья. Так. Значит, и как бы вот здесь вот у нас идет меню. Так. И вот на домашней страничке слева тоже у нас меню такое же самое. Здесь можно рекламировать свои проекты. Сейчас я вам покажу, как. Кратенько я описываю. Я тут немножечко подготовила, чтобы не затягивать видео. Так, я, например, вот копирую свою рекламную ссылочку тут и описание. И загружаю. Фотографию надо загрузить обязательно. Ну, желательно. Не хотите, как бы, да, загружать, можете и не загружать. Я же загружу фотографию. Сейчас я найду фото. Так, я перелистал. Сейчас найти фотографию, например. И я кратенько сделаю, вставлю пост. Нажимаю публикация. И, пожалуйста, вот как бы ссылочка на регистрацию в описании под видео. Кого заинтересует, нажмет под видео, на видео, и как бы там все ознакомится с информацией. Далее, так мы делаем посты. Есть еще как бы, ну, вот новости, личный кабинет. И вот как бы вот у меня основной баланс в BTC. Это в USD, и здесь как бы токены и монеты. Пополнение, перевод, вывод. Я еще как бы ничего не делала. Здесь вот мои как бы... Я делала баунти-программу. На чем здесь можно заработать? Значит, статья о Cointinet на вашем блоге. Это заплатят биткоин сатошах 0.202. Так, у меня нет блога. Видеоотзыв о площадке. Так, можно. Далее, текстовый отзыв о площадке. И поделиться сайтом в социальных сетях новостью. Это 0.403. Так, ну давайте поделимся в соцсетях. Значит, вот здесь вот это важно все нужно прочесть. Нажимаем «Получить». И что у нас тут нам как бы говорят? Поделитесь сайтом Cointinet или создайте пост о Cointinet на Facebook, Google+, ВКонтакте или Twitter. Ну, у нас сейчас Google+, он не рабочий, как бы. Значит, это выходит Facebook, ВКонтакт и Twitter. Публикация должна быть на тему Cointinet. Это может быть скриншот ваших доходов с сайта Cointinet, пост, содержащий, касающий нашей социальной сети, для доказательства ваших действий. Сделайте скриншот репоста и укажите здесь ссылку на вашу публикацию. Так? После проверки нашим модератором вам начислят бонус в размере вот такой вот суммы. Значит, так, ну, комментарий. Давайте я, так, сделаем пост. Тоже я все подготовила. Вот так, на Facebook я сделаю. Копируем.
Значит, ссылочку обязательно нужно ставить, свою реферальную. Вот здесь нажимаете вот сбоку. Вот. Мой инфо. Нажимаете, и у вас здесь две партнерские ссылочки. Именная и как бы с цифрами. Так? Я все тоже подготовила, чтобы... И перехожу на Facebook. Перехожу на свою страничку. Загружаю фотографию. Так, загружаю фотографию. Рабочий стол. Так. Разок. Загружается фото. Вставляю. Нажимаю поделиться. Все, моя соцсеть я опубликовала. Поставлю сама себе лайк. Как делать? Посмотрите, вот только что. И вот моя, как бы, публикация. Я копирую ссылочку, перехожу. Так, ага, надо еще скриншот сделать. Ссылка на пост. Так, ссылочка на пост. Комментарий я оставляю вот этот. Комментарий. Так. И еще я сделаю скриншот. Так. И делаю скриншот моей записи. Так, сделаю. Нажимаю сохранить. 1, например, сохраняю и перехожу. Выберите файл, нажимаю. Так, вот мой скриншот, открываю все. Так, и нажимаю отправить. Ваш скриншот отправлен на рассмотрение. После того, как они проверят, мне начислят бонус. И давайте что еще? Так, в соцсетях. А, текстовый отзыв о площадке. Это я потом, чтобы уже так получить. И что? Ссылка так, так, так. Это я удаляю. И я поделюсь ВКонтакте. Тогда. Опять я копирую свою ссылочку. Перехожу в ВКонтакт. Так. Что у нас нового? Загружаю фотографию. Так, вот эту я загружу. Вставить. Так, сейчас ссылочка загрузится, надо ее удалить. Ну, давай быстрее грузить. Ладно, нажмем отправить. Так, делаю скриншот сразу. Нажимаю сохранить. Цифру 2 поставим. Так. И что? 20.
5. И вот моя ссылочка как бы тоже копирую эту ссылочку на контакт. Нажимаю бонус. Ссылка на пост. Ставить. Файл. Так, вот это. Открыть. И нажимаю отправить. Ваш скриншот отправлен на рассмотрение. Этого будет достаточно. Одну-две, как бы два поста. Так. Ну, еще вот видеоотзыв можно отправить. Значит, что еще хочу сказать по этой соцсети. Соцсеть платит. Очень много отзывов уже по этой соцсети о том, что как бы она платит, да? Мне еще как бы выводить нечего. Вот я попробую сейчас, я вот запишу видео, и я это видео отправлю, как бы тоже попытаюсь получить бонус. Так, значит, ну что здесь? Вот новости можно прочитать. Как бы далее что? Перейдем вот, ну это уже как бы кабинет называется. Так, давай. И вот тут можно, значит, смотрите, нажимаете, поставить аватарку, сменить аватар. Значит, сменить обложку. Обложка вот эта вот обложка. Здесь редактировать. Если вот там обложка, как бы что-то, здесь можно нажать и переместить. Сделать, как вам будет удобно, так? Вот. Ну и что? Редактировать профиль, что-то мужчина, женщина, дата рождения, проживание, ну и все такое. Вот здесь вот мои как бы проектики. Вот. Но это как вот в обычной соцсети. Ну здесь сообщения, фото, видео, музыка, места, лайки. Это все можно как бы тоже делать. Ну и вот тут здесь, еще раз напомню, находится партнерская ссылочка. Так, вот мое имя, фамилия, у меня здесь скайп. Значит, две ссылочки партнерских. Вот здесь спонсор. Вы можете нажать на спонсор, и вы перейдете на человека. Ну, в данном случае, если вы нажмете, перейдете ко мне. Я вот перешла на человека, который вот меня пригласил в этот, в эту социальную сеть. Вот так вот его зовут, какой-то Лукас из Лондона, который походу тоже забыл про эту соцсеть. Так, мне не перебрасывает обратно. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам показать. Кому интересно, пользуйтесь. Можно неплохо заработать. И вовсю уже люди выводят отсюда как бы деньги. Ну, биткоин, сатошах. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.